В Оренбургской области прошло интернет-голосование по выбору героя 2021 года. Более 5000 человек выразили свое мнение. Одним из победителей стал новотроицкий полицейский Талгат Джамидинов, который вынес из огня двух человек. Напомним, в июле 2021 года лейтенант полиции, находясь на улице Мичурина, увидел дым над одним из домов. Талгат Джамидинов знал, что в нем проживают двое пожилых мужчин, состояние здоровья которых не позволяет им свободно передвигаться. Оценив сложившуюся обстановку, полицейский выбил дверь и вместе с соседом вынес из горящего дома одного мужчину, затем уже в одиночку спас другого.